Полгода назад купил Meizu M2 ноут. Вот что с ним стало после трех падений. Ну и водичка под ливень попал. Непонятно, что с ним происходит. Экран заказал, потому что он работает. Даже звонки можно вот кое-как так похватать. Носом позвонить, конечно, уже нереально. Так, это говно мы убираем. Потому что купил сегодня M3 ноут. Посмотрим, сколько экран проживет на нем. Потому что это у нас бюджетная линейка телефонов до 15 тысяч. Так, посмотрим. Ну, конечно, посмотрим. Я уже смотрел. В комплекте у нас... Ну, чтобы доставать симки, этот ключик. Розетка китайская, но мне дали в подарок переходничок. Все, больше ничего нет. USB-кабель, все. Уже его включал. Сейчас ничего не видим, потому что у меня здесь коня отпечатка пальцев. Работает все быстро. Серый, под iPhone сделаны такие вставочки, сам он алюминий. Но я еще с пленку не снимал, но получше, конечно, сборочка, ощущение. Вот они два рядышком. Один пока целый. Пока целый, это у нас Meizu M3. Ну, еще бы ему 2-3 часа только прошло. И вот полугодовалый Meizu M2 ноут. Повторяюсь, падал он у нас не кидался, а именно падал. Первый раз он упал с высоты примерно 30 сантиметров на плитку. На плитку. Сейчас я покажу эту плитку. Вот на эту плитку он упал. Вот видите, стол. Со стола тут, ну, чуть ниже было стола. 30 сантиметров буквально там. И сразу там пошли две трещины. Дальше он упал у меня на рельсу. С метра где-то. И третий раз он упал из кармана, тоже где-то 40 сантиметров, на асфальт. Я поскользнулся, он у меня выскользнул. Соответственно, три падения, он весь покрошился, но работал прекрасно, все работало. Дисплей был полностью работоспособен, но вот на солнышке полежал 5 часов. Видимо, вот это пятно появилось, и потом под ливень. И в итоге пиздец. Вот такой вот у нас аппарат. Ну, посмотрим, сколько проживет M3 Note. Надеюсь, подольше, иначе жена меня убьет.